Всем привет, дорогие друзья, с вами Витя и канал Круто Гамалоид. Продолжаем, короче, вам показывать героев, потому что их много, 21 герой. Мы закончили, короче, на Макри. Следующий у нас там, сейчас посмотрим, кто будет. Ну, довольно такая вообще бомбезная игрушка, вообще прям. Прям такая термоядерная, всех бегаешь, выносишь. Вообще прикольно, короче. Карт много, хотя это ОБТ. Почему-то карт много, хотя там говорилось, что карт будет мало. Так, вот он, короче, за штурм. У нас солдат 76. Так, покажу вам сейчас сразу умение его. Также тактический визор, спринт, биотическое поле, он лечит себя, ну и кто в этом поле находится, других. Ракетный удар и импульсная пушка, самое такое его главное оружие. Ну, ульта у него, конечно, очень хорошая. Сейчас вам продемонстрирую. По-быстрому пробежимся по всем оставшимся этим игрокам. Покажу вам, какие у них умения, что они умеют, что могут. Соответственно, вот спринт зажимаешь. Ну, не зажимаю, на shift, короче, нажимаешь, все, он, короче, носит. Прям вообще. Ну, запрыгивать, конечно, не может, как некоторые там. Чик, по стенке забежал, запрыгнул. Солдат 76, он как этот. Как такой универсальный, короче. Ульта у него, ну, он простецкий, но он это. Им вообще имбово играть. Сейчас продемонстрирую, если меня не завалят раньше времени. Нахреначат мне полные эти свинца. Все, погнали. А, уже там. Так, попал. Здесь где-то можно подняться. Бег заход. Так, турель. Все, погнали. Так, где этот рейсер? А вот шустрая, блин. Иду захват объекта. Помогай! Все, я кто-то завалил. Так, погнали, скоро ульта скопится. Наверное. Ай-яй-яй. Вот, короче, хилка. Устанавливаешь вот в этом поле. Он лечит себя и других. Кто попадется. Опа! Думал, он меня видел, что я пробрался к нему. Так, есть. Лечимся. Сейчас помчат. Так, не попал, что ли? Так, установим. Так, вот, короче, сейчас, если получится. Ну-ка. Так, хилку. О, так, и вот, короче, ульта. Ах, что-то сзади. Ну, короче, он наводится на всех, кто в этом поле находится. Прикольно очень. Угарный игрок. Давайте следующего. Соответственно, трейсер. У трейсера у нас
импульсная бомба, она как липкая, ты бросаешь на игрока, она к нему прилипает. Скачок это телепортирует он направление движения и возврат. Типа она может себя на то время возвращает. Ну и короче, если у вас запас здоровья был полный, у вас он будет. Но ты будешь знать, что там есть, ну, в чем дело. Ну, импульсные пистолеты, соответственно, обычные. Вот так она перемещается. Соответственно, назад. Как раз вовремя. Тоже интересный игрок, прикольный. Так, сейчас я... Ой, макри. Макри надо опасаться. Во, оглушил, короче, меня. Тоже интересно. Такой быстрый прям этот. Носишься по всему этому полю. Перемещаешься. Сейчас посмотрим дальше. Захват идет. И ульту покажу про нее. Ульта тоже интересная очень. Оп. Чтобы время быстро не тратить. Так, и наверх почему-то... Эх, не успел откатить назад. Вот, блин. Ну, оглушает и все. Ничего не можешь сделать. О, ульта скопилась. Все, сейчас. Сейчас расплат. Сейчас получится, нет. Восстаньте. Враги возвращаются. Фараон. Так, и что-то никого не убил, но ульту я использовал. А, прямо в голову. Жизни-то толком не установились. Так, ну вот такое, короче, за трейсера. Очень прикольно, бомбезно. Давайте посмотрим у фары. Фары, соответственно, ракетный залп этот, ульта вообще прикольная, по площади бьет. Ракетный ранец взлетать может, взрывная волна отбрасывает всех. Ну и, соответственно, парение может парить в воздухе и... Ракетами так стреляют. Да. Вот, короче, все. Ракетный ранец, вот она взлетела. Ага, сейчас мы подлетим. Так. Ага. Это я вам тоже потом покажу. О, попал! Ни хрена там вообще-то это стояло. Чёртово. Ливень возмездия. Ладно. Продолжим. Ульту покажу про нее. Прикольно очень. Ах ты, блин, она вообще выносит. Прям в полете меня. Системы Рапторы работают в штатном режиме. А в итоге у нас остается 3 минуты на то, чтобы победить. Снайпер, будьте осторожнее. Там двое тебе. О, нифига, меня просто выносят. Короче, играть сложно. А вот просто завалил меня. Снова на связи. Так.
я должен вам показать ульту все равно. О, фига, мне жизни ничем осталось. О, там теперь этот. Вот так сейчас буду. Ага. И давайте. Ракетный залп. Да, выиграли. Ну вот фара вообще тоже имбовая, прикольная. Ракетный залп особенно у нее. Прямо вообще всех. Чувальчок ульту использовал. Следующий матч, короче, через... Так, ну у всех героев 6 убийств. Смертей больше, чем убийств. Это меня вот, блин, на этим, как его... На фаре убивали много. А, ну и на трейсере тоже 3 смерти. Я что-то никого не убил. Так, ну короче, вот я за штурмом показал почти всех игроков. Сейчас... Следующая идет, короче, защита. Бастион у нас на первом месте. Смотрите, какие у него параметры. Тут и параметры. Какие у него умения. Соответственно, ульта, режим танка. Всех разносит. Там просто вообще бомбезно. А, саморемонт. Ну, самолечение, соответственно. А, режим может... у него есть такой пулемет. И есть шестиствольный он миниган. Режим турели, вот. Ну и режим разведки мобильный, когда он ходит, там автоматическая винтовка обычно. Короче, вот так он ходит. Такой вот пулеметик у него. И вот такой вот шестиствольный. Соответственно, ремонт вот так делает. И покажу вам потом ульту. Ульта довольно такая прикольная у него. Превращается в танк. Всех разносит. Бомбезно разносит. Так, давай-ка займем такую позицию. Блин, не здесь. Здесь тоже нет. Короче, где-то нужно встать. Так, чтобы... Нет, так могут завалить. Давайте вот тут засядем. Ща пойдут. Так. Снайпер там, блин, это. Черт. Ох ты, нихрена себе. Это кто меня так... Понятно. Ну, солдат 76 я вам показал. Просто разнес. Так, ульта на 51 зарядилась. Статус суперспособность. О, фига, он куда пошел?
Так, здесь засядем тогда. Опять этот солдат. Лечимся, лечимся. Черт, ульту тоже использовал. Это этот Гензи был. Я его показывал ему. Ах, захват идет. Сейчас должны они, короче. Все, захватили. О, загрузилась ульта у меня. Так, ульту сейчас тут буду стоять. Нет, 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 нет. Как-то вот так на. О! Так, так. Да, детка. Выкусили. Не ожидали просто вообще. Ну, я подхилюсь. И мне насрать. Ой, выкуси еще. Нифига ты куда залез? О-о-о-о. Ну, ульта вот такая в танка превращается и начинает всех бомбить. Так, давайте сейчас следующего вам покажу за защиту. Следующий у нас крысавчик. Имя толком не играл, вот не знаю как. Как получится, нет у меня. Так, это... А, да, сначала покажу вам умение. Адская шина, вот, ни разу не использовал. Даже самому интересно. Фугасная мина может на нем подпрыгнуть, взлететь капкан, гранатомет, и... Умирая, он взрывает, кто рядом находится. Полный хаос. Так, о... Так, а где... помочь нашему этому. Так, я хоть ее задеваю, что-то вообще походу нет. Так, это турельки наши. Сейчас обойду с другой стороны. Чё-то я мало забрал. Так, жизнь, жизнь, жизнь. О, кто-то в капкан попался. Так. Ульту сейчас потом покажу. Так, сейчас капкан сюда поставлю. И мину вот так вот. Должен же кто-нибудь пойти. Эх, сам спалился. О, привет! Не ожидал меня здесь увидеть. Я думаю, нет. Не понял, почему он не умер. Странно, странно. Так, вот, короче, ульта, не знаю сам. Погнали. А где все-то? Привет! Бах, ну одного взорвал, короче, вот такая ульта прикольная, да, у него? Угарная вообще прям. Так, есть. Так, хилимся, хилимся. Там что, никто не попался? А два можно? Думаю, не знаю. О-о-о-о! Чувак! Чувак! Так, ты! Я тебе что сказал? Ну-ка. Соответственно.
завалил меня. И схилиться сразу стал. Так, короче, вот за красавчика. Мне понравилось, если честно. Вообще прям бомбезно. Так, давайте Мэй за защиту. И у него, соответственно, вьюга, суперспособность, замораживает в поле действия таком, там, крутит всех, замораживает. Криостазис, она восполняет свое здоровье в этой штуке, ледяная стена и эндотермический бластер. Вот такой он замораживает, на правую кнопку стреляет ледяными шипами. И, соответственно, кто-то тут только что хотел захватить. Ой. Зря я ее, конечно, поставил, ну да ладно. Так, там у нас все нормально. Так, и надо. Снайпер. Морозим чувачка. И меня Райнхард смел. Ё-моё. Нифига он меня. Смотри, где он. Бац! Офигеть. Так, ульта на 50. Угу. 2 минуты до окончания матча. Так, фара. Так вот поставим. Где-то тут трейсер был. Получи. Меня кто-нибудь похилит, ребятки. Так, блин. Спасибо. Кто там стоит такой? О, так, кинем. Во-во-во, вот такая, короче, она всех замораживает в поле действия. Так, фара. Давай. Я знаю, ты здесь должна. Иди сюда. Сюда иди. Так, этого замораживает. Так, жизни все надо восстановить. Ага. И свалим по-быстрому. Ой. Так, нужно его заморозить. Так, есть. И морозим всех. Морозим. Да, вот так вот. Так, все, мы победили. Ништяк. Ну, короче, вот такая Мэй. Тоже так, няшная вон он. Думаю, я буду. Потому что я там 5-ых, что ли. Да. За Бастиона. Во, сейчас пойдет жара. Раз, два, три. Три. Троих. Да, детка. Угарно вообще. Ну да, ништяк. Турели у этой. Эпический матч. 22, ребятки, 22. Да, личный рекорд. На 5 смертей. Бастионом 8, Крысавчиком 6, а Мэй 8. Ну, одна смерть. У Крысавчика тоже одна. Ну и все герои, соответственно. Так, и следующий у нас после Мэй. Сейчас он
загрузимся. После Мэй у нас роковая вдова. Снайпер во плоти. Хедшот. Минус один игрок. На. Читерское зрение. Инфразрение, соответственно. Крюк, чтобы залазить куда-нибудь. И мина ядовитая. Ну, ловушка такая. Ну, поцелуй вдовы, штурмовая винтовка при удержании на... Так, при удержании на правую кнопку, соответственно, у нас... Ну и мощность вот заряжается. Дичь, типа, хоп, выстрел труп. Вот такой крюк. Хоп, куда-нибудь переместился. И такая ловушка. Да. Одну только можно ставить, если понаставить по всему, ага. Было бы интересно, конечно. Так, тут... Тут сильно-то вдовой-то негде это вот шкериться. Так что так-то... Ну, соответственно... Так, есть хэдшот один, есть. Есть еще. О, даже двоих. Ништяк. Так, а давайте-ка... Нет, оттуда меня. Вот сюда. Тут же можно как бы... Чуть не упал. Да, вот так вот. Сейчас пойдут. Так, и ни разу не попал. О, заметили наконец-то. И вот такая у нас. О, ну, неплохо. А, в ульту я вам показал, вот инфразрение было. А, соответственно, давайте следующего персонажа. Там у нас Торбьорн. Такой дедуля прям брутальный. И у него суперспособность перегрев. Он ставит турель и может его до третьего уровня ее забацать. Комплект брони, соответственно, для себя вроде бы, я для других не помню. Ну, ГОС доделал медленно дальнобойное оружие. Не точно, но мощно. Ну, есть, короче, два режима, покажу вам. Ну и молот, который он делает эту турельку. Утилизация это, он собирает эти все прибамбасы, прикольно. Сейчас, короче, замутим. Надо куда-нибудь встать. Чтоб турель поставить. Так, оп. Вот оно, не точное такое, но зато мощное очень. Ауч! Получил по затылку. Смотрите, сейчас. А, не, этот меня убил. Ну да ладно, ладно. Я вернулся. Так, сейчас первый раунд, походу, мы проиграем, потому что. Я добрался до объекта. Ага. Давай-ка ее вот здесь. Вот, короче, турель ставлю. Соответственно, молот второй у меня. До второго левела вот так. Все. Разносим всех. Сейчас кто-нибудь вот там может сзади появиться. Так, нужно эти собирать. Осколки. Так, и броня. Ну, для себя я. Ой.
молот, и молота нету молот. Хук, короче, он что, какой-то неуязвимый, что ли, когда... Когда его это будет... Так, захват идет. Девяносто шесть, 97. Получи в голову. И еще сверху. Так, ульту я вам так и не показал. Блин, давайте сейчас замутим ульту. Чего стоит? Кого ждем? Ну-ка. Нет, почти. А, ну да, вот два режима. Дробовик и такой дальнобойный. Погнали второй раунд. Первый мы выиграли, соответственно. И мне нужно где-нибудь поставить турельку свою. Да, я думаю. Так. Ставим его вот сюда. Давай, погнали, 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 погнали. Ах ты, урод, моя турель. Сейчас я. О, куда бежать, куда бежать, куда бежать? Так. Ё-моё. А-а-а. Там, короче, чья-то это была. Мина-ловушка. Так, сейчас, короче, покажу вам. Добежать только надо. Бежать. Добежать. Ставим турель и... Где-то надо ее здесь поставить. Погнали. Третий уровень. Да, детка, да. Только что-то она ни в кого не стреляла. Турель, вали его! Да, ништяк, меня спасли, меня спасли. Это хорошо. Так, нефиг тут бегать. Ставим, ставим, ставим турельку. О, фара! Так, ну давайте следующего. Троих нас, а нет, двоих. Следующий у нас Ханзо такой. Честь нераздельна со смертью. Умение у него удар дракона. Посмотрите, очень прикольно, мне нравится. Классная стрела, там она разлетается так на мелкие и всех поражает в зоне действия. Звуковая стрела, она делает, ну, противника видимым даже за стену. Лук бури, ну и карабканье. Может, может вот так забираться куда-нибудь. Хоп-хоп-хоп. Забрался. Вот на shift. Так, хоп. Там типа хоп, всех видно сразу. Вот так вот. Сейчас. Так, кто там? Так, есть. Блин, и он меня завалил тоже. У красавчика у него бомбы эти взрываются после того, как... Как ты его... Даже... Когда он умрет, он... у него бомбы эти взрываются. Очень странно, очень странно. Так, давайте сначала...
Он ульту использовал. Ага, кого-то убил. О, надо захватить, захватить, помочь. Ааа, тыррррр, бастион этот. Сами знаете, как он может хреначить по-жесткому. Сейчас ульта 62, а вот сейчас будет победа. Тогда покажу в следующем раунде вам этого... не Гензи, а... блин, забыл, как его зовут, прикиньте. Тоже милышка, да? Попробуй-ка занерфить! Трое у меня в прицеле. Так. Ханзо его зовут. Вот, а то забыл, блин. Давайте-ка. О, слышали? Давайте. Ставим лайки и подписываемся. Даже она сама вам сказала. Торбьерн. Убийство объекта. Три смерти. Ханзо две. Две. Очень много карт. Прям много. Так, Ханзо, и смотрим у него еще раз, какие у него умения. Карабкание, лук бури, звуковая стрела, может через стены там в определенном расстоянии цели подсвечивать. Кластерная стрела, попав в цель, рассыпается на множество рикошетных стрел. Вот. И удар дракона выпускает дух дракона, уничтожает противника на своем пути. Загрузится, короче, вам покажу. Вот это хорошо, вот это я! Орет он, конечно, да. Бомбезно. Нераздельна со смертью. Она искупает... Ну, с лука, сами знаете, стрелять очень сложно. Попробуй попади еще. Но если попадет, то это не поздоровится. Стрела даже остается. Сколько стрел? А, нет, вот исчезает. Давайте посмотрим вот здесь. Ту, смотрите, сколько... Ё-мо, сколько дырок. Жесть. Интересно, кто-нибудь тут подошел? Пока никого, ладно. Так, и восстановление у нее, видите? 10, 14 секунд. 4, 3, 2, 1. Тут сейчас начнется, короче. Обнаружен противник. Вон туда забомбить. Это мне показалось, или сейчас кто-то там пробежал? Ё-моё, нифига, где она стояла. Ха-ха-ха, нормально. Угарно. Позицию вообще ништяковскую выбрала. Ладно. Начнем сначала. Ульту надо показать вам. Где-то она вон там стоит, да? В смысле? Вон она. Почему не попадаю? Так, подсветим. Пара прибыла. Так, у меня жизнь-то ни о чем жизнь надо подхилиться. Трое у меня в прицеле.
Ах ты, ё-ма! Кто-кто-кто меня? А-а-а, солдат! Ульту использовал, вот видите, короче, он... Трр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 r Вот, короче, сейчас. Враг возвращается. Метка дракона. Так, кто там у нас? Фара, да? Только что он пролетал. Сива на связь. Так, там нету никого. Огонь по готовности. О-о-о-о! Орёт, конечно, он яростно. И что-то никого не задел вообще. Трудности-то вообще нехилые. Короче, тут валят по-страшному нас. Что-то нет никого. Так, надо подхилиться. И вот эту использовать. Так, есть. Ах ты, снайпер, чертов! А! Роковая вдова, блин. Бах мне, хедшотик. Так, ну давайте, в принципе, за Ханзу вам показал, давайте теперь за танков. А из танков я вам Райнхарда уже показывал, и вот милашка такая есть у нас. Хоп-хоп-хоп. Так, я чё, его не убил, что ли? Ускорители включены! Питание на передние щиты! Так, а тут хилка... А, ещё не установилась. О, нихрена себе! Ё-моё, как я не увидел то, что она туда зашла? Офига, он мне вдарил. По щам надавал. Так. 45 секунд между тем осталось. Так, а у нее, кстати, умение не показал. Самоуничтожение есть и вызов меха. Это две ульты у нее. И может использовать либо это, либо это. Ускоритель сейчас покажу и защитная матрица. Ну, атомные пушки и покинуть меха, соответственно. Вот, короче, полетели. Давай-ка. Какая его лечит? И поражение. Ё-моё. Прям. Сейчас, короче, все-таки покажу вам дальше. Продолжаем. Тут вообще что-то ни о чем. Ханзу 2, 4 умер, Дива 1, 1 смерть. И получается 3 на 5. И песня такая печальная. Так, мы остановились на танках, да? Вот, короче, Дива. Или ДВА, как ее там называется. D.VA. Вот у нее умение еще раз. Две суперспособности. Это когда она в мехе, соответственно, он. Ты как катапультируешься, и она уничтожается меха своего. И вызов меха. Так же сам ускоритель, защитная матрица, где блокируют все снаряды в область перед мехом. Атомные пушки и
покинуть меха. Да, вот так вот. Сейчас команда соберется. Фары кто-то выиграет. Так, и погнали. Короче, мы теперь с обратной стороны этой карты. Посмотрим, как у нас это получится. Ладно, пойду отсюда лучше. А то меня вольнут еще. Где-нибудь вот здесь я сейчас встану. Можно вот туда залететь наверх. Уже кто-то залетел. Ай. Ничего не пойму. Мех большой сильно у него попадает. Прям вообще. По-страшному. Где у нас лечилка? Вот она. Там у нас лечилка. Торн. Так, завалил. Ага. Чё-то даже этот пистолет, он еще даже мощнее, чем сам этот мех. Ах ты, сзади! Гензи! Хопа! Вальнул меня! Так. Надо бы поднять ХП. Так, еще одного. Я тебе. Ох, что-то. Покажи сейчас на меня, да. Лечилка. Слейтесь со сферой. Блин, они теперь бессмертны. Ах ты, в голову мне. Так, вот ульта, короче, у меня скопилась. Сейчас будем защищать вот этот. 97. 108. Так. О, тихо. Нужно захилиться. Так. Все, короче, сейчас попробуем. Так, а чё там? Захват, да, идёт? А нет, они отбили только что. Кто там с кем сражается? Ага, Макри. Попробуй-ка занять!
Так, ну и могу вызвать, соответственно. Опа. Так. Ну, короче, вот такая способность. О-о-о-о. Наша просто вольнула. Блин, опять. Давайте меха вызовем. Так. Давай, ульта накапливать. Так-то у меня... Так, есть один. Ай. О, с другого бока кто-то меня вольнул. Вот так вот. Так. Ну, давайте не закончим, а продолжим в следующей серии. Я вам покажу оставшихся героев. К тому же 9 мая по московскому времени в 20 часов закончится открытое бета-тестирование. О, нифига он! И где он? Так, еще одно завалил. Так. Где-то там снайпер был. Сейчас ульта установится и вызовем меха. Оп, и меха. Ай. Кстати, этот снайпер. Да, если попадет, будет плохо. Оп, почти завалил. Давайте еще раз вызовем. А, подстрелил опять. О, я застрял. Он даже это отбивает, нифига себе. И убегать. Чё, ты думала такая умная, да? Получила. Так, и нужно. У меня ульта скопилась. Сейчас нужно где-то бомбизнуть ее. Сейчас, короче, вот так пусть они проходят. По-любому уже здесь пойдут. Бай-бай. И сам себя завалил. Так, о, ты куда пошел? А ну-ка стоять. Все, меня засчитали. Ништяк. Получи. Распишись. О, нифига себе. Хотела меня.
Угу, вижу. Получи, распишись. Так, нужно подлечиться. Где-то тут... А, во, сейчас восстановится. Ништяк. Все жизни, все. А, опять это... Эх ты, черт. О, что это сейчас было только что? А, и меня завалили. Черт. Ну, неплохо. 32 минуты, секунды осталось. Короче, в следующей серии дальше покажу вам, что кого. На, попробуй. Порежь. Попробуй порежь пулю. Ну, тут где-то жизни есть. А, все, выиграли. Да, детка. Короче, в следующей серии покажу вам следующих героев, которые там остались. Какие у них умения, что кого, что почем. Довольно будет интересно. Ну а с вами был Витя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока!